Театр музыкальной комедии готовит грандиозную премьеру – мюзикл «Алые паруса» по повести Александра Грина. Всем известную сказку создатели постановки увидели совсем под другим углом. Подробности у Анастасии Романовой. Этот спектакль буквально пропитан любовью, говорит режиссер Константин Яковлев. И неудивительно. Любимая многими с детства – сказка о вере в прекрасное будущее. И даже несмотря на то, что романтик Грин написал немало других профессиональных текстов, именно история про девочку Ассоль и принца Грея стала самым известным произведением писателя. По его «Алым парусам» не раз снимали фильмы, ставили балет, писали стихи и сочиняли песни. Теперь поставить повесть решили и в Барнауле. Сегодня вряд ли кто-то верит в то, что может приплыть капитан Грей, поскольку вокруг выжженная пустыня, моря нет, и корабли тоже уже все сломаны. Это несколько отражает, мне кажется, сегодняшнюю ситуацию нашего мира. И эта история совсем не про политику, как может показаться после слов режиссера-постановщика. От сюжета Александра Грина он не уходил, разве что объединил сказочника Эгля и главного героя Грея в один персонаж. Теперь он не просто поселяет мечту в юную Ассоль, но и сам же ее осуществляет. Мы часто представляем себе вот таких персонажей лирическими, а здесь это человек первым делом. То есть вот любая девушка, да, чувствует то или иное. И здесь тоже человек, настоящий человек, который чувствует, мыслит. И самое главное здесь это нет вот этой безумной какой-то лирики. Чтобы премьера удалась, артисты репетируют по несколько часов каждый день. А вы спешите за билетами. «Алые паруса» в Мускомедии 30 ноября 18:30. Анастасия Романова, Иван Сухосыр, новости.